Всем добрый день, с вами Айден. Как видите, я вышел на свой райончик, на улицу. Здесь есть помощь наркозависимым. Сегодня будет интересное видео для любителей экономии, бич всяких покупочек, закупочек и так далее. Я вспоминаю себя в школе. Каждый раз, когда мне удавалось сэкономить сколько-то там рублей с обедов или еще с чего-то, у меня оставалось не в кармане, я после школы первым делом шел не домой, не на кружок авиамеханики, а я шел именно в магазин. Побаловать себя, немножко перекусить, ну и, собственно, поесть вот это вот, взять запретный плод, поесть ту еду, которую, наверное, многим запрещают есть родители. И сегодня моя задача проверить, где выгоднее для школьника купить так называемый бич-набор. В обычных магазинах продовольственных розничной продажи или же в магазинах с фиксированной ценой. Ну, в данном случае фикс прайс. Больше, по-моему, у нас в России особо и нет подобных магазинов. И для объективности эксперимента мне понадобится представитель школьного звена, человек, который учится в школе, благо я блогер, и у меня этих людей навалом, стоит только крикнуть, и на райончике уже люди созовутся. Я Айден! Айден я! Айден! Арсений. Все, идем закупаться, идем, вы поставьте лайк, пожалуйста, под видео, мы идем закупку делать. Первый магазин — это Магнит. Мы взяли его, потому что он, знаете, самый средний ценовой категории и максимально объективно будет отражать наш эксперимент по ценовой политике. Потому что здесь и не особо дорого, и не особо дешево. По своей памяти помню, что выбирал, в принципе, то же самое дешевое. Больше предпочитал, конечно же, изделия типа кириешечек. Я вообще кириешки на самом деле не ел. То есть ты после школы кириешки не покупаешь? Нет. А что-то обычно? А сухарики, кириешки, есть какая-то разница между этими блюдами? Так, нет, нам не сюда точно. Ага. Смотри, вот 28, скидка 19% как раз таки. С томатом и зеленью, да, ты берешь? Да. Бери тогда с томатом и зеленью. 28 рублей 90 копеек, то есть это вот такая ценовая политика. В принципе, есть 14, но они... Они маленькие очень. Ну их в основном, да, они маленькие. Я да, вот давай. Такие в основном вообще брал. А, ну эти 29, слушай, воронцовские, это дорогие. Но эти по скидке 28, и получается средний размер кириешки. Не знаю, ребят, что это за граммовки. Обычно берут, да, какую-то или газировку, или сок, ну то, что в принципе... Скорее всего, я брал фреш-барк. А, фреш-барк, кстати, да, известный напиток, который все берут и обычно. И ты, кстати, пробовал в ролике. Да. А вот супер-пупер скидка, что такое сильно газированный фреш-бар. Смотри, мохито 30 рублей. Давай, мохито возьмем. Обычно все как бы смотрят именно на скидочки. То есть тут супер скидка 30%. И плюс здесь супер скидка на сухарики 28,90 получилось. Следующий пункт, что берут у нас в бич-пакете? Да, у нас некоторые брали семечки. Нет, семечки, да. Это уж слишком, мне кажется. Обычно берут какую-нибудь еще булочку, да, посмотрим, что там есть. Здравствуйте. С ветчиной и сыром 16 рублей 10 копеек. Можно за 11 взять. Можно за... А что это? Слоеная какая-то булка. Ну или вот с джемом есть за 10-20, например. Давай тогда возьмем ее, наверное. Первая вот эта покупка у нас получилась 69 ровно рублей. 69 рублей 10 копеек, но там округление пошло в нашу пользу. И, соответственно, 69 рублей ровно. 69 – это средний чек покупки вот этого бич-набора. Да, то есть у вас дешево. Не дешево, да? Нет. Посмотрим, что мы можем из идентичного взять в фикс-прайсе. Давай. Скользко очень. Мы стали свидетелями. Люди падают, потому что, ну, как бы ничем не посыпают. Тут реально очень, очень реально упасть. Как вообще давно мой канал ты смотришь, в принципе? Я твой канал, когда у тебя было 1020 подписчиков. 20 тысяч подписчиков, ага. А как нашел? Вот мне всегда было интересно. И в рекомендациях было твое видео. Ага. Я посмотрел, уже не помню какое. Вот, ну, и посмотрел пару роликов, мне понравилось, и я подписался. А вы напишите в комментарии, как вы нашли, собственно, мой канал и с какого момента вы меня смотрите. Пожалуйста, мне реально очень интересно. Наконец-то мы нашли этот фикс прайс. Вот он, ребят, подходим к нему. Он в симбиозе с пятерочкой. В принципе, логично было бы нам там закупиться, было бы всем, но ладно, зато мы проверили цену на Магнит. Если вы, ребят, помните видео со спиннером, то там мы тоже ходили в этот же фикс прайс. А здесь юморное зеркало. Очень смешно, спасибо, посмеялся. Вот заходим в святую святых. Смотрим, здесь точно такой же напиток фреш-бар. Уже дешевле. Две штуки за 50, а одна за 25. Супер, берем. Уже мы увидели удешевение. Что здесь у нас? Кошачий, паштетики всякие вот эти вот. Пока по напиткам мы уже можем сказать, что мы выигрываем в цене. Итак, что мы брали в тот раз? А вот хрустим, вот с томатами, зеленью, вот этот крест. Угу.
Они, по-моему, немножко побольше упаковочка, нет? Или точно такая же? Опять мне кажется, проблема с тем, чтобы определить граммовку. Ну хорошо, она на сколько, получается, стоит? Пока это будет сюрпризом. И осталось последнее приобретение. Это что-то из булочных изделий, но вряд ли они здесь, конечно же, есть. Подскажите, а с какими там булочки не продаются, да, в этом магазинчике? Нет. Тогда булку мы замещаем протеиновым непосредственным батончиком спортивным. Как раз правильное питание. Fresh Bar в обычном магазине розничной торговли мы купили за 30 рублей вон там. Здесь же мы купили его за 25. То есть на 5 рублей дешевле. В принципе, если вы планируете после школы только взять какой-то напиток, в основном касательно Fresh Bar, то вы получите его дешевле в магазине фиксированной цены. Сухарики Хрустим в магазине розничной торговли мы взяли за 28 рублей 90 копеек. То есть 29 рублей. Опять же, почти 5 рублей разница. В принципе, мы лоханулись в этом эксперименте тем, что в фикс-прайсе нет булочных изделий, что, в принципе, является минусом. И, в принципе, конечно же, общий чек у нас вышел дешевле в магазине розничной торговли непосредственно в Магните. Ну да, я думаю, если бы мы взяли булку... Да, если бы мы брали только два набора, то, безусловно, мы бы выиграли на 9 рублей в магазине фикс-прайс. Это покупать там выгоднее. Но мы здесь взяли еще... протеиновый батончик, питательнее, чем эта булка, в несколько раз. И, в принципе, по каким-то характеристикам питательным мы в этом случае, конечно же, выиграли. Ну да, то есть, если просто вот, после школы в самый раз вот, ходить именно в фикс-прайс. То есть, ну, взял да, себе... фикс-прайс много где есть. Да, взял себе вот, напиток дешевле, чем в обычных магазинах, взял себе сухарики, и все хорошо, без булки если. А если еще, конечно, что-то хотите, там, молока купить и так далее, все-таки необходимо идти в Магнит. Вот так, такие, наверное, итоги нашего сегодняшнего эксперимента. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, да, потому что все-таки мы тут старались, анализировали и так далее. Если вам интересен такой формат, то тоже напишите в комментариях. У меня еще есть несколько идей, таких бич-закупок, вариантов разных бич-пакетов. Я могу поснимать тоже с вами, с подписчиками, если хотите. Вот как видите, Арсений откликнулся, приехал. И напишите в комментариях, пожалуйста, если вы школьник, вот после школы, что вы покупаете, чтобы хоть как-то себя, скажем так, развлечь. Всем спасибо, до новых видео. С вами был Айден и Арсений. Ссылку на твой канал оставить в описании. Да, оставить. Оставить. Все, приказ выполняю. Оставляю ссылку в описании. Заходите на канал Арсению, тоже свой канал оказывается. Офигеть. Все, всем пока, друзья. До новых встреч. Arrivederci, adios, amigo, хай-хай.